Здравствуйте. Значит, эксперимент. Новый редуктор. Я сейчас хочу прогнать от 70 до максимума и посмотреть, на какую скорость, на каком давлении мы выйдем. И это может служить такими справочными данными для вас примерно. То есть, не имея в заредукторном манометра, но настраивая на определенную скорость определенным боеприпасом на определенном стволе, вы будете примерно понимать, какое давление у вас за редуктором. Итак, второй леший. 6.35, ствол 350 мм, пуля GSB 2.2. Начальное давление у нас за редуктором сейчас 59-58 бар. Делаем несколько выстрелов на хронограф. Так, пуль там на мне, пуль нет. Вот так вот. Так, еще раз, давление 58. 172. 173. 174, давление 59. Давайте еще раз. 175, интересно, давление 59. 173. Ну, значит, на 59 это порядка 174 метров в секунду. Погнали, повышаем давление. Смотрим. Так вот. Сейчас читаю. Ну, примерно, да? Да что ж ты. 70, отлично. Меняем барабан. Погнали. 188. 188. 189. Давление 72. Пошли дальше. Опять включается. 75. 79. Ну, можно еще какой-то чуть-чуть. А, 80. Нормально. Смотрим. 199. 200. 200, отлично. Давление 82. 81. Ну, тут температура влияет тоже. Погнали дальше. Ну, 91. 208. 208. Ну, мы видим, что примерно 10 метров на каждые 10 бар. Погнали дальше. Давление 92. 216, 217, есть, 101, погнали дальше, 110, 226, 225, так, ну что у нас тут еще есть, 111, дальше, 120, Сань, принеси баллон последний с воздухом. Саша, не другой. А, ушел. 231. 232. Давление 121. Надо заправиться, наверное, сейчас после следующего. 130, да? 237. 238. Так, сейчас я быстро заправлю. И продолжаю снимать меня. Меня. Как я бегаю тут быстро все заправляю. А, баллон был туда, знаете, сразу. Погнали дальше. Так, следующая точка. Сейчас было 130, да? 129. Погнали дальше. 140, 139. 244. 242. 139. Дальше. 150. 249. 252. Ну, еще раз. 250. Так, следующее. 161. 255. Ну, вот видите, уже скорость растет. 254. 161. 107. 259. Ага, магазин. 261. Так, давление у нас 160. Да что ж ты.
166. А, ну да, надо поправиться. Вот давление за редуктором 173. Так, мы приближаемся к финишу. Смотрим. 180. 262. 265. 180. 190. 271. 268. 187. Пока еще есть. 200. Сань, принеси последний балл, пожалуйста. 276. 275. Сейчас надо заправиться. Давай, 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 последний. А там не получится, кстати. Ну, я вижу. Мы тут уже победили, да? Уже похоже, у нас и воздуха нет. То есть у нас редуктор оказался круче, чем у нас есть воздуха. 225. А, у нас воздуха нет. Всего. Да. Ого. Видите, у нас редуктор может настраиваться до 250. Это я перекрутил. Ну, 240. Смотрим. 292. 289. Но все-таки мне интересно, чем дальше. Короче. А у нас воздуха больше нет. 235. 260. И он еще может настраиваться. Воздуха нет просто. То есть я могу крутить, а воздуха нет. Ну ладно, 260. Здесь 93. Воздух заканчивается. Таким образом, вы видите, что редуктор регулируется совершенно спокойно от 60 до 260 бар. Вверх и вниз. И я в конце видео сейчас сделаю табличку давления, зависимость давления от скорости. Ну, в общем, все это будет. И то же самое я отстреляю потом на разных стволах, на разных калибрах. И вот будет reference. Надеюсь, это видео было полезным. Погнали. Спасибо. Все, отлично.